компания Brabus выпустила свою версию роскошного седана Mercedes Brabus с амбициозным названием Masterpiece, что несложно перевести как шедевр. Машина создана на базе серийного седана Mercedes Maybach в исполнении S580, у которого доработки подвергся не только двигатель, но также салон и внешний дизайн. В частности, внешний дизайн Maybach'а специалисты тюнинга отеля Brabus дополнили карбоновым аэрообвесом, который не только повысил ездовые характеристики Maybach'а на высоких скоростях, но и снизил расход топлива на 12%. В отделке салона Maybach'а специалисты Brabus'а использовали оригинальные материалы с привлекательным цветовым сочетанием и текстурой. Однако, по желанию заказчиков, салон машины может быть оформлен в индивидуальном стиле с использованием любых материалов. Ну и разумеется, специалисты Brabus'а особое внимание уделили силовой установке Maybach. Из 4-литрового турбомотора они умудрились дополнительно выжать 100 лошадиных сил, что в итоге составило 600 лошадиных сил. До 100 км в час версия Brabus'а разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 км в час. О цене Brabus 600 Masterpiece пресс-служба компании Brabus ничего не сообщает.